Мы сейчас подъезжаем к одному из самых больших в округе супермаркетов Теска. Здесь целый комплекс, который работает 24 часа в сутки. В этом супермаркете довольно достойные цены, хорошие. И здесь вы можете купить не только продукты питания, но и тряпки, телевизоры. То есть здесь такой целый комплекс. Довольно классный магазин. Вот сейчас мы заезжаем в самые дешевые цены на заправке Теска. Вот на сегодняшний день это 1,14,9, то есть 1,15 литр бензина, который мы часто заправляемся. И сейчас мы отправляемся в Теска, посмотрим, удастся ли мне что-то там поснимать. Я сейчас в кофе-секции, пока тут нету никого людей, вот сделаю такое, я сниму немножко. Потому что сегодня народа много, набегут сейчас, этот дурдом будет. Сейчас мы на прилавках Теска видим, сколько стоит мясо. Можете смотреть, да? Британский биф 7,50, стоил 10. Здесь другие цены. Вот смотрите, медленно, да? То есть я снимаю там, где нету людей, потому что людей очень много. Вот считайте, делайте стоп-кадры, смотрите. И смотрите, сколько что стоит. Сейчас куриное мясо можете посмотреть. Какие цены. Все из курицы, все с индючатины. Сколько курица стоит? Вот 4,50 стоит курица. И вот дальше такой длинный отдел, где все куриное или другое мясо продается. Видите? Сейчас сколько стоят какие сыры? Смотрите сами, я ничего говорить не буду. Не буду добавлять к моему фильму ничего. Все медленно, уверенно, да? Вот этот сырок стоит рубль сейчас, а стоил рубль 30. Смотрите сами. Знаменитый чеддар 5,50. Можно за 3 купить, полкилограмма. Примерно вот такие цены. Нарезка сыров. Это в магазине. 2 за 3, 1 за 2. Вот сыр, который очень известный. 1 рубль 70, рубль 50. Короче, в самом разном виде. Я сейчас возле различных ОМОНов, можете посмотреть, какие цены здесь. Обычная упаковка небольшая, 14 месяцев хранения, но обычно в Британии ОМОН стоит намного дороже, чем в Испании. Вот такие цены, да? Смотрите. Масло Президент. Всегда стоило рубль 70, сегодня рубль 25, но это Теска. Вот различные масла вы можете увидеть. Самое дешевое 88 копеек. Вот сейчас, чтобы быть не голословным, смотрите, сколько стоит козье молоко. Да? Рубль 60 пакет. Обычное молоко сейчас стоит 75 копеек или фунт. А сейчас я зашел в хлебный отдел. И сейчас посмотрим, сколько стоит хлеб. Вот здесь дешевые цены, 800 грамм 1 паунд, да? Вот нарезка тоже 800 грамм 1 паунд. И самые разные хлеба, которые в Теска довольно дешевые. Видите, да? Фрукты. Сейчас я уже закончил съемку в Теска и отправляемся дальше в воскресенье. На окончании фильма я скажу так, что в принципе неудобно снимать в супермаркетах, потому что обслуживающий персонал и люди на тебя смотрят, как вырвавшийся с голодного края. Хотя я давно уже вырвался из голодного края. Просто для того, чтобы вы знали, какие цены, и привязав их под зарплату, вы можете четко себе представлять уровень жизни Великобритании. Ну вот, пожалуй, и все. Подписывайтесь на канал Конпери.